На конкурс дети читают стихи. Максим, Маргарита, 10 лет. Город Санкт-Петербург, лицей номер 126, 3 В. Александр Крюков. Бессмертие, принявшие солдаты. Они стоят у вечного огня над Волгой, на Мамаевом кургане. Они из-за тебя и из-за меня отдали жизнь смертельному урагане. Они стоят у Бреста под Москвой, на изготове держат автоматы. Позиции не сдали огневой, бессмертие принявшие солдаты. Их омывает ветры и дожди, их опаляет летним зноем солнца. Никуда с поста им не уйти, одетым в камень, отлитым из бронзы. И многим было лишь по 20 лет, прикрывшим сердцем пламенным Россию. И в целом мире не было и нет парней бесстрашных, девушек красивых. Они стоят у вечного огня и над Невой, на площади Победы. Они свое оружие хранят, чтобы Россию не постигли беды.